Змеи остаются одной из главных летних опасностей для детей. В этом сезоне гадюки очень активны. От их укусов пострадали уже 9 детей. Из них 6 попали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Прежде чем отпускать малышей резвиться на природе, родителям необходимо внимательно осмотреть местность. Кроме того, этим летом было 3 случая отравления жидкостью для розжига. Дети выздоровели, однако последствия могли быть непоправимы. Жидкость для розжига ребенок, приняв внутрь, она невкусная, он закашливается, она попадает в легкие, вызывает тяжелую пневмонию. Кроме того, всосавшись через желудочно-кишечный тракт, она вызывает поражение печени и почек. У нас, к несчастью, было несколько таких тяжелых отравлений и 2 со смертельным исходом. Медики отмечают, что скоро начнется грибной сезон, он тоже богат на отравления.